Шентий делает тебе завтрак. Яйцо и картошка с ветчиной, похожая на гречку. It look like a buckwheat. It is. Yeah, sure. Видите, пошел завтрак. Я ничего не ем сейчас в данный момент, только пью. Вот так в Мексике наелась, напилась, как говорится. Теперь лечу свою десну и ем только кашки. Совенюшонок. Yeah. Are we gonna have a little baby's birds? Oh, maybe. Я говорю, у нас будут детишки, птички. Видите? Ладно. Okay, I'm gonna go and look some. Давайте посмотрим. Разве можно устать показывать вот такую красоту? Вы посмотрите, сегодня это еще больше. Еще больше буйства красок. Вы посмотрите, что делается-то. Я не знаю, у нас такое ощущение, что сад с ума сошел. Вот серьезно говорю. Просто как будто с ума сошел. Что это за цветы? Откуда они взялись? Нет, я, конечно, лукавлю, естественно, у нас они каждый год. Но каждый год по-разному. Когда-то немного, а когда-то очень много. Вот в этом году это просто какое-то сумасшествие. Повторила уже 3 раза это слово. Но на самом деле вот так вот взглядом провожаешь. Или как там, не провожаешь, а взглядом. Взглядом чего взглядом? Чего мы делаем сейчас взглядом? Не знаю, даже забыла слово. Короче, взглядом осматриваешь территорию и понимаешь, какая красота. Вот видите, у нас тут бревна валяются, правда. Вот здесь, с этой стороны, не очень. Радует, что наш сосед, оказывается, будет забор белый ставить, да? Это вчера вы слышали. Сама соседка сказала, жена его. Вот там тоже розовые кусты. Обалденно. У нас напротив, кстати, дом тоже вот у соседа. Тоже очень красиво кусты. А сейчас покажу вам. Я не могу налюбоваться на все это, вы понимаете? Это же вообще, как можно вообще такую красоту? Вот надо все, вот это вот зеленое, надо все полоть. Это все надо полоть. Я знаю, что у меня очень многие девочки любят смотреть на сад. И вот в этом саду стоит вот такое страшилище. Должно быть красивым. И вот это страшилище. И многие из вас мне написали: Наташа, не бойся. Обстриги. Оборви. Слушайте, а я что-то ведь тут, по-моему, оборвала. Я не знаю. А куда я его дела? А может, я посадила, и он вырос? Слушайте, я уже не помню. Ну, что-то я ведь оборвала здесь, смотрите. А может, я его посадила вот туда, и он вырос? Я не знаю. Точно, я сейчас помню. По-моему, я обрезала одну и попробовала. А куда посадила? Не знаю. Не знаю, что я сделала. Ну, в общем, страх Божий. Мне бы очень хотелось обстричь вот здесь. Вот давайте я сейчас покажу вам. Вот здесь обстричь, и чтобы отсюда вот уже начались. Вот скажите мне, пожалуйста, мои садовницы, могу ли я обстричь вот так? Сейчас не буду трогать, пока ваши комментарии не почитаю. Вот если скажете «можно» и посади тут же в землю, сделаю. Потому что красоты вот это вот сейчас мне не дает. У меня вон как красиво. Какие цветы. А вот это вот просто какие-то как метелки, вставленные в землю. Не знаю, что за безобразие. Очень хочется заглянуть внутрь дупла. Да, в скворечник. Очень хочется посмотреть, чего они там свили. Но я знаю, что этого делать нельзя. Потому что если они почувствуют там, если они почувствуют, что там что-то кто-то делает, то они перестанут летать сюда. А нам это не надо. Поэтому смотреть мы туда не будем. Я вообще за ними наблюдаю вот отсюда. Смотрю, чтобы они даже... Они не подлетают даже сейчас, когда видят меня. Поэтому я делаю ноги. Пойдемте. А вон там уже сидит уже розовый куст. Да, конечно, классно. Папаечки-то у меня, видите, как ожили. Все листья ты ободрала, а тут-то все красиво начало расти. И вот это тоже Оксана, которую мне принесла. Тоже, видите, листья отсюда. Тоненькая. На тоненьком-тоненьком... Как там говорят? На тоненьком-тоненьком стебельке большие-большие уши.
Или щеки. Щеки. Про одуванчик, так, по-моему, говорят. Вернулась домой. У нас сегодня с мужем намечается уборка. Сейчас будем делать уборку. Вот он покушает, и мы будем мыть, чистить, убирать. Пойдемте вперед, дома сходим. Так, ну что у нас здесь? Фонтан у нас не работает сейчас. Видите, тут тоже листья еще не убрали. Здесь все подстрижено. Видите, какие эти червячки торчат. Тетенька, вот видите, идет тоже с телефоном. Вот тут у нас мешки с листьями. А вот я говорила про то, что напротив в доме, видите, у соседа тоже такие кусты. У всех эти кусты посажены, видите, у всех они цветут. Вот, и здесь тоже. О, абсолютно у всех. Вчера я вам показывала вот эту... Ой, листвы. Вот посмотрите, вчера Винсент это все выдул начисто. Вот, за ночь сколько у нас. Не видно земли. Это же кошмар какой-то. Как же это вообще можно так жить? Вот я все время смотрю на этот дом и смотрю, нет у них вообще деревьев. Вот только одно вот это дерево, которое вообще без листиков, видимо, опало вовремя. Будет цвести вовремя, все вовремя. И посмотрите, нет ничего у него. И все... А вот с этого дерева просто как... Идет как снег. Идет, видите, вот. Вообще это дубы. У этих, я сейчас вам объясню. Вот у этих дубов, это не те дубы, которые у нас в России, которые мы в гербарии брали листики, да? Это совершенно другие дубы. И у них листья имеют какую-то кислоту, которая убивает абсолютно траву. Она убивает траву. Потому что сколько мы не сажали, и сад сажали. Сад это значит такие квадраты. Квадраты травы. Мы сажали, не знаю сколько, это все умирает. Умирает ужасно. И поэтому нам пришлось удалить траву полностью, да, и посадить вот так. Мы очень надеемся на вот на этот... Я как Байден уже стала. Мы очень надеемся вот на этот жасмин, что он обрастет и будет у нас очень густо, как вот у того соседа вот там по краям. Я уже показывала, да. Вот это вот у него жасмин, который мы посадили. Посмотрите, как кусок торта. Он так вот обрезается уже потом, и все. Очень хочется, чтобы так было. Вон сосед у нас, гараж Дорс. Не знаю, сегодня, видимо, не работает. Ну, в общем, вот так. Вот это вот цветок очень красиво растет. Это, кстати, как же он называется? Джинджер. Как джинджер по-русски? То, что мы едим с сушами. Имбирь. Это имбирь. Я не знаю, тот ли это имбирь, тоже не знаю, но вот у этих корделин, у них, конечно, очень много вот этих вот листьев. Они падают, сломай вообще. Эти листья падают, создают невероятно жуткий вид, просто невероятно жуткий вид. И постоянно нужно вот что-то собирать, подбирать. Ой. Вы знаете, вот на этой клумбе вот эти все листья, они не мешают, в принципе. Они убивают сорняки и все такое, да. Но там, где жасмин, нужна земля для того, чтобы жасмин... Ой, ну слушайте, вообще-то нормально растет. Везде, вот видите, пустил эти корни. Везде пустил. Вот паразитка вон там запрыгала. Запрыгала по дереву. Вон сидит, видите. Он сидит между... Он пошла. Вот они у нас... Не дай бог, они у нас съедят моих птенчиков. Недаром Винсент с этим ружьем, со своим BB-ган, с маленькими пульками, с этими резиновыми, железными, резиновыми, там разные у него. Он их отпугивает. Он говорит, я один раз попаду в эту белку, она уже сюда не прибежит, она уже будет помнить, что здесь больно. Так что вот, мы их отпугиваем. So, baby, how was your breakfast? Really good. Really good? Mm-hmm. It's tasty, but it's not good for you. Mm-hmm. Look at me. You ate very dangerous food. Я говорю, ел очень опасную еду, жареную картошку с... Stop with that, huh? Он говорит, прекрати. Видите, мужик-то тоже у меня на телефон подсел. You sitting with the phone too? I'm looking how for come? Some. Because I'm looking for something. Видите, как он? Тоже с телефоном. Тоже подсадила я его. От какая жена нехорошая.